В Кызылординской области намерены развивать туристический кластер. В числе главных объектов – центр паломничества Коркыт-Ата. Проект реализован в рамках программы индустриально-инновационного развития. По мнению специалистов, расположенный вблизи космической гавани, центр станет местом посещения не только казахстанцев, но и иностранных туристов. А в 2017 году там планируют встречать гостей международной выставки «Экспо». Рассказывает Райхан Тажибаева. Мемориальный комплекс – один из значимых туристических объектов Приорали. Ежегодно сюда приезжают сотни представителей тюркоязычных стран. В рамках проекта реконструкции объекта возведен и новый центр паломничества. Строили его с применением передовых технологий и уникальных стройматериалов. Сегодня объект стал излюбленным местом гостей региона и страны. Здесь ежегодно проводится международный фестиваль искусства тюркоязычных стран «Коркыт-Ата» и «Музыка Великой Степи». Это большой праздник тюркского этноса. Комплекс расположен у международной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. Он уже способствует развитию сервисной инфраструктуры и открытию новых объектов. Для иностранных туристов и гостей региона в дни проведения международной выставки «Экспо» до туристических объектов региона будет курсировать поезд «Уран-экспресс». Это своего рода четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы на колесах. Таких уникальных памятников культуры в регионе немало. Вокруг древних городов Приорали планируют сформировать туристический кластер. Здесь уверены такие объекты, как центр паломничества Коркыт-Ата, космический комплекс Байконур и специальные природные зоны внесут свой вклад в развитие познавательного, этнокультурного и экологического вида туризма в Казахстане. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, 24 КЗ.